И нам кажется, что нам было бы очень хорошо, если бы. И вот это «если бы» превращается в такое предложение с многоточием, в которое общество, другие люди, услышанные какие-то нами фразы, вставляет концовку предложения. Я не знаю, у меня была бы работа дизайнера, то я был бы счастливый человек. Меня Маша бы полюбила, Петя полюбила там, и так далее, то все было бы прекрасно. И вот у нас возникают вот эти вот «если бы», которые на самом деле часто являются просто вот такими случайными фантомами, которые превращаются в иллюзии целей. То есть нам кажется, что мы этого хотим, но на самом деле эта цель является таким симулякром, такой тенью, которую отбрасывают как бы внешние обстоятельства, но отнюдь не ваши внутренние потребности.